Экспорт ульяновского урожая растет. За 9 месяцев 2019 года иностранным покупателям отгрузили почти 40 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. А это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди получателей ульяновской ржи, подсолнечника, горчицы, чечевицы, льна, гречихи и пшеницы 6 иностранных государств. Латвия, Беларусь, Польша, Бельгия, Италия и Азербайджан. Стоит отметить, что вся отечественная продукция до отправки адресатам проходит тщательный контроль. Специалисты Россельхознадзора следят за соблюдением карантинных фитосанитарных требований страны-импортера. Партии подкарантинной продукции сопровождаются специальным фитосанитарным сертификатом, а также документами на исследование показателей качества и безопасности. Стоит отметить, что рекламации и претензии по качеству товара от грузополучателей не поступали.